기계일 거야. 이건 잘못된 거라. 몇 번을 말해봐. Всем привет! С вами, как всегда, я, Адина Лайф. Сегодня у нас новое оборудование, да? Есть светодиодная лампочка тут уже. Уже таким стачипчиком снимаем, да? Уже все профессионально. Вот, даже декор добавила, вот. И мой микрофончик. Забыла имя. Имя, блин. Название. Короче, по описанию видео вы, наверное, поняли то, что я обратно куда-то улетаю. И это уже в Казахстане у нас на родине, да? А мы улетаем в Өскемен на казахском. Өскемен на русском, Өскеменогорск, вроде, да. И вот в сегодняшнем влоге, ну, сегодня, завтра, послезавтра, не то слово, короче, обрезаем, да, обрезаем этот момент. В этом влоге вас ожидают, по началу видео вы, наверное, поняли уже, обзорчик, да, такой, ревью немного. И вот, сейчас я буду собирать чемодан, вы будете собирать, соответственно, со мной. Я сейчас на эту бумажку напишу список того, то, что нам надо положить в чемодан и рюкзак. Я уже почти что все купила. Если чего-то не хватает, я утром, наверное, тоже куплю. Вот, поэтому поехали! Мы переместились сюда. С этого положения сюда, да? Короче, снимаю сверху, потому что штатив мой не опускается. Используем то, что получается, да? Я уже записала список. Сейчас по списку будем наш чемоданчик пополнять. И рюкзачок Nike. Рюкзачок мой. Этот цвет от камеры, от лампы очень сильно бьет в глаза. Поэтому не знаю, что делать. Я и так буду смотреть, да, на вас. Надеюсь, вам не надо, чтобы я смотрела, ну, ай-контакт с вами, да? У меня уже глаз болит. Так, первая сумка, да? Все. Первым пункт у нас полчашки. Полчашки. Только сегодня купила в магазине «Твой дебют». Ой, не реклама. No reclam. Вот, типа, вот полчашки, и я сюда галочки буду ставить. Не видно, видно, не знаю. Я не вижу, потому что фронталька и другой с камеры, короче, снимаю. Вот. Так, сначала обзор, что у меня есть в сумке, да, в рюкзаке. Это скакалка. Резина. Сауна. Надо было не надо. Грузы. Грузы, по идее, не надо, поэтому сауна и грузы надо. Вот. Потом, вот. Это с Австрии, на случай, чемпионат мира было. Это у нас полотенчик. Блин, я забываю. И точнее, как забываю. Ну, просто я хочу сказать это слово, и все вылетает. Влажим салфетку. О май гад. Волосный ломтик. Так, потом чешечки соло. Я в них буду выступать. По идее, с ними тоже можно выступать, но я взяла на тренировочные, потому что мои тренировочные выполнили свое. Тут есть дырочки, не хочу показывать это вообще. Ну, короче, они выполнили свою обязанность. Так, кладем их сюда, в маленький карман, Так, вычеркиваем пункт полчашки. Вам на экране тоже будет это видно, да? Так, теперь
боди. Боди и купальники я потом положу. Давайте дальше. Все для волос. Так, все для волос, скажите. Это типа как косметичка идет. И получается, знаете, сколько тут может много всего положить, чтобы покрасить, сюда и положу мои вещи для волос, да? Все для волос я потом положу. Ладно, сухие печеньки. Целый пакет. Ролтон. Это в чемодан будет походу. Вот это я тем. Не бойтесь, я это не отвезу туда. Фишки. Вот это сухие печеньки. Жвачка. Орбит со вкусом клубники и банана. Вот. Потом шоколадочка Сровое озеро. Это запрещенка. Но... Сухие печенья у нас есть. Сухие печенья есть. Влажный сладкий лимон. Маленький. Так, полотенце у нас. Полотенчик мы ставим в главный отсек. Или же я его положу в главный отсек. Так. Жвачку мы тоже сюда. Маленький отсек. Этот тоже маленький отсек. Теперь главное у нас чемоданчик. Эту бутылку воды мы его положим в чемодан тоже. Чтобы его не смотреть, мы положим сюда вот это. Угу. Нас сразу встречает вот такая вот. Такой вот пакетик для того, чтобы положить тапочки. Извините. Так, тапочки есть. Модик. Так, у меня тут склад всех гелей для душ. Шампуни, которых я сперла у отеля, да. Ну, наверное, вы тоже так делаете. Потому что, ну, что они останутся там, за это мы платили, да? Ладно, шучу, я иногда только беру. Вот, например, есть Reunion Park Hotel. Есть Orchid Best. Наверное, его надо взять, Orchid Best. Вот, нашла еще один шампунь. Вот, шампунь, вот это вот все положим сюда, в этот отсек. Закрываем, да? Ладно, окей, шампунь, гель для душа есть. Тренировочную форму потом положу. Форма что? Носки потом положу. Аптечка. Специально сегодня я купила. У меня сегодня такие носочки, да? Смайл такие, да? Где смайл написано? А, внизу, вот, смайл. Такие носочки. Прикольно, да? Ну, короче. Ипуфен. Ипуфен, потому что у меня болит зуб. Если что-то не так пойдет, не дай, конечно, я его буду пить. Потом следующий. Витамин С. Витамин С со вкусом апельсина, который стоил 3200 с чем-то тенге. А это стоило 1500. Витамин С. Она очень полезная и очень необходима, когда особенно болеешь. А потом 3 пачки. Уж 3 штучки не висело. Это тоже от зуба идет. У меня, короче, вот тут вот это вот все болит зуб, получается. Я лечу. Я буду промывать его. Так, носки теплые. Наверное, вот это у меня будет. Оно очень теплое и такая, знаете, прям. Прям очень комфортная такая. Такая аптечка. Носки теплые. Так. Простите, я тут камеру. Вот. Вот мой лак для волос. Я его положу куда-то сюда, наверное. Ну, не точно сюда, я поеду, куда я положу, да, обязательно. Ну все, на этом все. Чемодан, вот это. Если что, положили, да, все. Ну, короче, я тренировочную форму положу потом, потому что надо помыть футболку, там все такое. И воду все такое тоже потом положу, потому что, ну, очень утомительная работа, поэтому
Сразу сейчас переключимся на завтрашнее утро. Всех люблю. Спокойной ночи. Друзья, я это уже ем. Короче, ой, то, что я кладу чемодан в рюкзак, оно заняло 10 минут нашего видео. Я вот думаю, убирать или нет. Ладно, оставлю. 10 минут я укоротила, как могла. А там вообще 17 минут было. Вот, поэтому... Всем доброе утро. Как я и говорила, мы переместились на утро, да? Сейчас 8:13 утра. Знаете что? Я уже подготовилась, такая оделась, уже вся такая собранная, да? Сейчас осталось только хвостик собрать. И вот нам говорят то, что нас перенесли рейс. Перенесли рейс. А мы должны были вылететь в 11, но теперь в 13:00, в час получается. И вот в 11 надо быть в аэропорту. Наверное, выйду где-то к 10:10, либо 10, либо 10 ровно, наверное. Вот. Я уже все умылась, готовая такая была, уже такая смотрю сообщение и такая, блин. Но зато время для завтрака будет, или просто там посплю там 20-30 минут, не больше. Вот, короче, чемодан у меня почти что собран. Ну, по идее, собран. Сейчас надо, осталось только их... Осталось их соединить, да. И сумочка. У меня сумку осталось только косметичка положить, косметичку. Блин, утром так необычно, да? Разговариваю так. Вот так вот. Поэтому уже переход будет на машину, да? Давайте. Друзья, мы переместились. Я не знаю, как мне назвать, но она Адина Лайф. Но я Василы. У меня нет Ютуба, у меня есть ТикТок, есть Инстаграм. Вот, это Одинкин влог. Мы сейчас стоим на регистрации. Вот, вот сама Адина. Вот, у нас вылет в час. У нас еще есть час. Вот. Мы прошли все, сейчас скоро будем вылетать. Привет, друзья! Мы заселились в отель. В отель. Да? Так, заходим сюда. Вот наш номерочек. Вау! Это я. Капец. Вообще супер. Я хочу возле, я не знаю. Смотрите, туалет какой.
Вот такой вот отель. Сейчас дождемся Руанку. Включили свет. Вот так вот выглядит ванна. Смотрите, вообще все в этих прикреплено сразу. Типа не такие штучные ежи, которые. А вот по-другому все так красиво. Чем ты тут зеркальце? Одна. Нет, ты. О, господи. Вот так вот. С гости. У нас контент. Боже. Да. Есть карты. Я не знаю, кто сказал бабушку. Это я здесь. Мы бабушки такое. Это мы здесь живем. Да. Всем привет! Это мой клуб. Меня зовут Романа. Со мной живет Адина. Мы сейчас находимся в Ускомане, то есть в Ускаменогорске. Я уже сделала. А, да? Через 2 часа у нас ужин. Ура! Ой, блин. На обед давали очень вкусную пасту. Да, вообще прям. Болоньезу. Так мало еще. Да, еще. Макаронов очень мало было. А салатик я оцениваю на... Ну, можно есть, но не всегда. Да, но мне понравилось. Да, мне тоже. Вот девочки и мальчики. Сладкие карамельки. Все, переходим на ужин, да? Это... Всем привет. Сейчас мы будем растягиваться. Точнее, я буду их растягивать. Да. Наш тренер сегодня Геля. Все, я готова. Вот, дурочку собрали такую. Как получится, да? Все, сейчас растяжка у нас. Всем покеда. Сейчас пойдут фоточки с растяжек. Всем привет, дорогие друзья, мы поужинали и пообедали, все это видели, что мы ужинали, да? Сейчас скоро будем спать. Завтра важный старт, я открываю балкон, окно. Ох, капец, как холодно. Потому что тут очень душно, и практически нужно выветривать комнату. Блин, тут мне не нравится то, что вот свет так падает. Просто там вот есть свет, нормально падает. А так вообще, ну, драйв, капец, как так? Более-менее. Все равно свет ужасно падает, поэтому надо так снимать, что там дует. Уже все подготовила. Вот расчесочка стоит у меня. Уже вот уголочек, вот получается, я все уже поставила. Теперь осталось только спать. Сегодня мы поели сушки, потому что ужин это вообще трэш. Что там было? Там был, ну, вы видели, там вообще такой маленький салатик. Маленький компотик такой, даже не 0,5, даже не 0,5, 0,3. Поэтому вот такие вот дела. Потом вам покажу, что мы ели на завтрак, да. Поэтому до завтра. Завтра будет первый день наших соревнований. Желаю всем клиентам удачи. И вам тоже приятного просмотра. Всем доброе утро. Переход был, да? Мы уже позавтракали. Сейчас вот одеваемся, скоро будем выходить. У меня один глаз подчёркнут, один нет, потому что вчера мы красились, да? Вчера уже пробовали краситься. Вот. Сейчас скоро будем выходить. У меня вот уже зализанный хвост. Там будем делать тульки и краситься. Вот, надо сейчас переодеться. Все, всем пока. Сегодня мы обязательно прорвёмся. Первое место обязательно наше, да? Вот, все. Мы сели на трансфер. Сейчас уже едем на соревнования, да, с Гелечкой. Будем тон наносить.
күтем, басқалар керек емес мүлдем. Жалғыз қалған ыртық, егер жанында болмасаң сен. Тек сен, тек сен маған керегін, сенсің. Сейчас. Мы красимся, да? Я красю. Вот так вот. Нас накрасили. Скоро будем выступать. Да? На разминку сейчас пойдем скоро. Первый день выступления закончилось. Сейчас сидим. Да. Сидим. Так вот. Вот так вот. Да? Соня. Едем обедать в отель. Аккуратно. Скоро пойдем обедать, надо это все убрать. Снимали тиктоки тут. Вообще макияж бомба. Лилия и Соня вообще. Вот вам. Сердечко от меня. Мы будем обедать. Нам уже принесли салатик. Да? Сегодня уже не фото, а видео. Полноценное видео. Сейчас главное блюдо. Какие хлебцы. Такой вот закат сегодня у нас. Хлебцы. Друзья, скоро ужин, да? Время 7:25. На этих кадрах сейчас будем ловить белку с Гели. Да, вот так вот. Помню, правда, хоп, и сразу хоп. Да. Пойдем. Она начала еще учить. Вот я перешагиваю, ты должна вот там вот повернуться. О! Вот, видишь? Геля, вот знаешь, я же говорю. Молодец, я прошу. Я такая, что-то математически думать, давай, давай. Да, да, да. Так, вот. Мы взялись так. Раз, два, три. Перешагивай. Да! Нельзя тише, потерять, да? Давай. Белка не упала. Раз, два, три. Оп! Всем привет! На этих кадрах мы ловили же белку с Лилей. И вот, тут, короче, я клеила пластир, чтобы оно быстрее зажило. Вот так вот, девочки, учитесь у нас.
Всем привет! Через 2 часа у нас ужин. Так вот. Всем привет! Мы скоро будем ужинать. Я это уже говорю 3-й раз вам, да, друзьяшки мои? Ну, скоро, скоро. Наш ужин. Долгожданный ужин. Мы поужинали. Это будет влог, да? Конечно. Ну, прекрасно. Глаз один красный у нас. Я нашла по памяти еду, да. Будем собирать сумку, завтра в 5:25 просыпаться. Всем доброй ночи. Мы сдаем телефоны. Программа выступает. Будем болеть и снимать. Вот так вот происходит. Ой, так вот атмосфера соревнований. Он нам, кстати, прямой перейдет. На площадку приглашается команда Алан Юнион, Академия гимнастики. Вот так вот поболели за команду. И сейчас будет наше выступление. Награждение прошло. Вот сейчас идем на трансфер. Я лежал, кутаясь в свой краешек одеяла, и мне было хорошо. Я стал частью чего-то большого, многоногого и многорукого, теплого и болтливого. Я стал хвостом или рукой, а может быть даже костью. При каждом движении кружилась голова, и все равно давно уже мне не было так уютно. Если бы утром кто-то сказал, что я проведу эту ночь вот так, разомлевший и счастливый. Мы заказали в KFC уже, да. Скоро будем кушать. Сзади вот. Вместе? Типа там. Сзади вот говорит, да? Что сзади? Да, вот. Вот тут вот уже Магнум. Нам надо туда зайти. Потом расскажу, как мы вообще это все нашли, да? Сейчас потом будет обзор на. Да, все. Всем. И потом еще будет анпакинг вот этого вот. Да, вот это высоты. Вот все. Все, всем пока. Мне кажется, надо было туда повернуть, там сухие печи. Да? Угу. Вот так. Так, так, так. Вот сухие печеньки. Вот 5, давай снимать, вот 5. Друзья, что мои. Ой, как тут. Глаза разбегаются. Это с Финляндии, с самолета, я помню. Я тоже помню. Так, можно? Можно мне? Ой, как мармеладочки. Кислая мармеладка стоит 407. Так, можно брать печеньки, взять кислые мармеладки? Да. Я тогда тоже возьму кислую мармеладку. Нет, я всем привет. Ой, возьму пачку, все. Интересно, мне кажется, 1000 выйдет. 2000 выйдет. Мне тоже кажется. 3, 2. Да. Мне кажется, у меня 1500. Да? Ладно. Все. Друзья. Короче, мы все купили. Да, 72. Мы, короче, купили. Я почти что угадала. 1500 сказала. Вышло 1458. А у меня 2140, по-моему.
Много. Вот наш KFC, там наш отель где-то. Сейчас будем строго. Будем забирать наш заказ с KFC. Что говоришь? Всем привет, всем пока. Мы забрали наш заказ. Пришли. Я сейчас пакет. Я реально, я тоже. Просто... Это трэш. Были словами и бестолковыми лицами. Снится мне, что я еду к маме, а между нами пусто. Река меняет пусто. И вроде любовь возникла. Но... Дорогие друзья, смотрите, какие у меня ламинированные ресницы. Ну, на фоне какой-то писи, да? Это у нас гель тут. Что ты делала? Ничего. Ладно. Короче, друзья, вот мой Get Ready With Me. Это мой лук каждый день на протяжении всей поездки, да? Даже на обед, даже на ужин так идем, девочки. Вот так вот. Всем пока. На завтра тоже. Да. Ой. Друзья, вы сейчас будете вместе со мной опирать. Слышишь, вес? Медовый. Я просто не хочу. Давай. Ну, блин, я испугалась, я думала, я свои ресницы оторвала. Господи, какой звук был, я же испугалась. А, она приклеилась? Ну, ёпта. Ладно, девочки, вот один есть, этот хлебец ещё. Второй поток. Ай, больная. Больно. Ох, капец. Ну все, теперь я без глаз, теперь можно снимать весь свой макияж. Всё. Па-па-па-па-па-па. Па-п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 а
Дима, не смей фоткать, прям в такой стрессовый момент. Смотрите туда. Когда стало все хорошо? Нет. Да, у меня зуб падает. Впервые за два дня соревнований только помылись. Это такое кайфовое чувство, я не знаю. Я не могу это передать, друзья мои. Завтра в 9 у нас завтрак. И все, вечером мы улетаем уже. Пока вас кем будет. Поэтому всем до завтрашнего утра или же до наших ночных процедур. Давайте. Немедленно. Короче, друзья мои, сегодня мы уезжаем, улетаем. Мы ничего не сделали тут. Мы по городу не ходили. Вот. 8:56. Сейчас в 9 у нас завтрак. У меня сегодня ночью болел зуб и голова. Меня триггерило всю ночь. Я не знаю, как я уснула даже. Я встала, у меня вот так вот всё. Так. Вот. На завтрак. Этот влог закончится скоро. Закончится он тем, что я доеду домой, да? Долечу, да, дома. До моего родного дома. Сейчас 58 будет,
и я пойду. Поэтому переходим на завтрак. Давайте. Мы пришли завтрак. Сейчас нам надо собирать вещи. Да. Что-то настроения вообще нет, не знаю. И это что? И это откуда, да, у вас? Отсюда. В 12 усиляем, сейчас 10. Короче, я не знаю, как мы, что мы будем делать, поэтому всем пока. Мне уже не хочется снимать, у меня уже желание пропало, нету настроения, хочу спать. Все, всем пока. Убрались, потому что наш тренер сейчас будет проверять. Еще пойдет 20 минут здесь до выхода, конечно. Уже чемодан, уже. Ну, все готово. Мы все собрали. Сейчас осталось только вот это одеть, куртку. И вот. И мы чемодан оставим, не знаю, мне понятно. Поэтому. Давай. Лилечка, сейчас в мой блог попадешь. Все, девочки, улетаем. Давай сидим это. Поставили, девочки, мальчики. Потом подарили вот это. И потом так. Сейчас вот это. Ой, как классно. Прям snowfall. Вот так вот. Все. Всем пока.